А представьтесь, пожалуйста. Да, Гольцова Ирина. А скажите, вот а какие эмоции вы испытываете уже после фэшн-шоу? Очень-очень радостные, очень облегченные. Заряжает, на самом деле. Очень нравится атмосфера, потому что атмосфера показа, атмосфера фэшна — это всегда интересные, красивые люди, да, с которыми ты можешь, ну, познакомиться, пообщаться, обменяться контактами. В общем, эмоции исключительно радостные, счастливые. Скажите, а почему вы выбрали в качестве дизайнера вот Марию, и как было принято решение участвовать в ее показе? Ну, было предложение, честно скажу, со стороны. Я посмотрела ее платье, мне показались они интересными, носибельными. Я решила, почему бы и нет. Я думаю, что для себя я найду какой-то интересный образ, с которым можно будет красиво выглядеть. А, значит, вам нравится именно ретро-стиль, да? И какая эпоха вам нравится, если в ретро? Ну, ретро-стиль мне нравится, да. Мне нравится эпоха конец 19 века, наверное, да. Хотя Екатерины II эпоха мне тоже очень нравится. Как раз таки пышные балы и, в общем, собственно, так. А скажите, а это ваш первый опыт или вы уже участвовали в модных показах? И если участвовали, то сколько по времени? Участвовала, честно сказать, с большим перерывом, потому что я жила за границей долгое время и там не занималась модельной карьерой, поэтому... А в какой стране? Сначала в Лондоне жила, потом в Греции. А и какой опыт вы себе подчеркнули, живя вот не в родной стране? Опыт в плане фэшена? И в плане фэшена, и в плане, в принципе, как жизни вот за границей. Ну, прежде всего, это обмен культурный обмен, да, ты встречаешься с людьми, которые имеют другую ментальность, которые по-другому выглядят, кстати говоря, включая фэшн, да, ну, это расширяет твой кругозор и, ну, твои, так скажем, возможности фантазии. Скажите, а вот вы участвовали уже в «Гостином дворе» или в «Mercedes-Benz Fashion Week»? Нет, к сожалению, нет, я из Петербурга, да. Скажите, а вот будет ли, так скажем, будет ли на примере участие в западных показах? Да, мне бы хотелось участвовать в западных показах, в том числе, если, конечно, будет возможность. И последний вопрос, что бы вы могли пожелать нашим подписчикам, нашим зрителям? Ребята, любите себя. Радуйте себя красивой одеждой, хорошим настроением, красивыми людьми вокруг вас. Ну, собственно, живите, наслаждайтесь жизнью. Жизнь прекрасна. Спасибо большое. Пожалуйста. Альбина. Скажите, почему вы выбрали данного дизайнера и чем понравилась вам коллекция вот Марии? Мне понравилось в первую очередь, что это довольно повседневные вещи, которые можно носить в обыденной жизни. Мне очень нравится сегодня мой образ, то есть я с удовольствием бы ходила бы так. Сейчас весна, осень замечательная, я считаю, и очень фактурные ткани, все достаточно приятное такое к телу. Мне очень понравилась и коллекция, и дизайнер наш. Скажите, значит, вам больше нравится именно ретро-стиль, да? Ну, почему же? Я считаю, что это сейчас довольно-таки современный стиль. И в коллекции достаточно, я думаю, смешанного стиля, не только ретро. А если вот брать именно эпоху какую-нибудь, какая эпоха вам ближе? По восприятию, по стилистике и вообще? Даже не знаю. Мне нравится наша эпоха, такой современный стиль. Скажите, вы уже давно участвуете в показах или это был ваш дебют? Ну, нет, участвовали, были показы, но вот с Марией очень приятно было работать, очень довольна, спасибо. А сколько по времени вы вот участвуете в показах как вот модель? Как модель? Ну, на протяжении 2 лет. Периодически. И какой из показов вам запомнился больше всего? Вы знаете, у меня был такой небольшой перерыв, поэтому вот сегодняшний, я думаю, на данный момент мне очень нравится, все очень ярко. И последний вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим подписчикам, нашим зрителям? Ну, весны в первую очередь. Сейчас все-таки уже весна. Я желаю всем хорошего настроения, больше улыбок. Любите, счастья всем.
Спасибо большое.